Привет! Привет! Сегодня мы с Рубошкой продолжаем наш проект «Пасха» и хотим показать вам очень быстрый и очень красивый способ украсить разные уголки нашего дома, нашей квартиры к этому прекрасному празднику. Что нам для этого понадобится? В любом магазине, где продаются всякие штучки для дома, можно встретить вот такие вот деревянные посудки для свечек. Они, в принципе, для свечек, да. Рубошка, подожди. В принципе, можете купить и керамические. Я взяла такую вот стеклянную. Далее нам понадобится гофробумага. Я, честно говоря, была в неописуемом восторге, когда встретила гофробумагу с таким металлик эффектом. Она была такая блестящая. И нам необходимо нарезать ее вот на такую вот тоненькую соломку, то есть сделать из нее травку. Далее, сейчас, особенно ближе к Пасхе, во всех магазинах продаются всякие цыплята, птички. У нас в Буэнос-Айресе продавалась вот такая вот очаровательнейшая маленькая птичка. Она сделана, кстати, по-моему, из настоящих перьев. И берем любые цветные конфетки, идеально подойдет M&M's. Вот такие вот они нам будут. Они нам будут заменять яйца. Что мы делаем, Рубошка? Ну-ка помоги мне. Давай травку будем утрамбовывать вот эту вот в эту вот посудку. Возьми ее всю и всуй сюда. И пальчиками давай всю утрамбуй. Трамбовать – это плотненько укладывать. Подожди, ручки убери, я посмотрю. Так. А для чего нам конфетки? А конфетки у нас будут вместо крашеных яиц. После того, как у нас получилась вот такая вот травка, мы сделали такое гнездышко, нам необходимо смазать нашу птичку или клеем «Момент». Я использую горячий клей. Сажаем эту птичку где-нибудь вот так вот сбоку. Вот такая вот у нас птичка получилась в гнездышке. И теперь необходимо по одному, смазывая наши конфетки-яйца. Можете, кстати, сказать, не обязательно конфеты расходовать. Можно я буду клеить? Это горячий клей, Рубошенька. К сожалению, тебя я пока не могу к этому делу подпустить. Можете использовать, господи, что угодно. Бисер, бусинки. Это какие-то будут яички. Да, это как будто птичка снесла такие цветные яички. Мы сейчас для вас стараемся. И все. И вот, дорогие мои друзья, посмотрите, какая у нас получилась замечательная птичка. Вот такое вот у нас гнездышко получилось. Я думаю, что подобная поделка будет очень актуальна в пасхальные дни. Всем светлой Пасхи! Всем светлой Пасхи! Пока! Пока!